Привет, меня зовут Юля, мне 24 года. Увлекаться рисованием я начала еще в начальной школе, но родители отдали меня на фортепиано. С тех пор я училась рисовать сама. Что-то получалось, что-то нет. Я не унывала. После окончания университета я купила себе первые в жизни акриловые краски и решила начать творить. Смотрела обучающие уроки в интернете и читала книги. Спустя некоторое время моей практики я решила принять участие в выставке и заняла там первое место в одной из номинаций. Для меня это было очень важно, и я была безумно рада. После этого я решила продолжать участвовать в различных конкурсах и выставках, занимая только призовые места. История этой работы вышла совершенно спонтанно. Я общалась со своим другом, где в очередной раз он жаловался, что никак не может найти свою любовь. По его критериям, девушка должна быть красивой, стильной, хорошо пахнуть, с хорошей фигурой и так далее. Но при этом она не должна много разговаривать без дела, а также закрывать глаза на все его недостатки и любить таким, какой он есть. Я переполнялась негодованием, и у меня родилась эта идея. После того, как он увидел мою картину, он немного изменил свои взгляды на девушек и на жизнь в целом. Я старалась хорошо проработать платье, чтобы передать его ткань и фасон. Сделала акценты и добавила изюминку. Это серебристые переливы. Свою работу я назвала «Двойные стандарты». Всем спасибо за внимание.